всем тусовщикам страны! В эфире ваша самая любимая программа «Тусовка». А я ее ведущая Гирима Смонова, и мы освещаем самые лучшие мероприятия нашего города. Если вам интересны крутые вечеринки, зажигательное шоу, экстремальные виды спорта, интересное кино, то не отходите от экранов. Я бы даже сказала, устраивайтесь поудобнее перед телевизорами. И мы начинаем. Сегодня в программе. Вспомним студенческие годы. Я желаю всем хорошей учебы, всем прекрасного настроения. Отметим день рождения ночного клуба «Промзона». Празднуем день рождения «Промзоны» 12 лет! Побываем на концерте Джая Миядзаки. Я их давно слушаю, они, блин, мои кумиры просто. Посмотрим новую киноленту в рамках нашей рубрики «Такое кино». Мне очень понравился фильм, да. 17 ноября – Международный день студентов, установленный в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. А вот история, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, была связана с трагедией. Знают ли об этом нынешние студенты, выяснить я отправилась в клуб. Пожелаю всем студентам доброту, чтобы каждый год так праздновали. И еще, будьте здоровы! Расскажите, как ваше настроение? Шикарно! И сказать, что все вы так замечательно. Сегодня у нас вечеринка, мы студенты, сегодня здесь студента. А вы знаете историю этого дня для студентов? Нет. Ну, пожелайте что-нибудь всем студентам. Я желаю всем хорошей учебы, всем прекрасного настроения и только успехов на уроке. Я сегодня отмечаю день студентов. Сегодня хороший праздник, и надо сегодня хорошо провести время. Скажи, пожалуйста, ты знаешь историю этого праздника? Нет, к сожалению, не знаю. Историю нет. Нет, не знаю. Если честно, нет. Не знаю. Знаете историю праздника? Во время войны, то есть студенты бастовали, и фашистская Германия захватила студентов, и 9 из них казнили. И благодаря этому, то есть уже позже, где-то послевоенное время, студенты решили праздновать этот праздник как День памяти, и он перерос в День студента. Все классно, молодцы. Что пожелаете всем студентам? Закончить учебу без задолженности, без проблем. Чтобы все хорошо закончили учебу, чтобы все просто кайфовали по моменту, по этой студенческой жизни. Соответственно, хороших всех оценок. Будьте хорошими учениками. Да? Один из главных сегодняшних хедлайнеров. Лаптер, друзья, встречаем!
как оказалось, не все знают историю этого праздника, хотя празднуют. Ну что ж, учитесь хорошо, студенты, а мы погнали дальше. Вот и прошел еще один год кропотливого труда, жарких вечеринок, нашумевших мероприятий и ярких событий. На прошлой неделе ночной клуб «Промзона» праздновал уже 11-й день рождения. И поздравить с этим событием, вспомнить все былое и порадоваться их достижениям, мы отправились в «Промзону», а нас там ждал еще один сюрприз – группа «Чайф». Что здесь происходит? Сегодня здесь обалденный день рождения. Празднует «Промзона». 12 лет клубу. На минуточку, да, как бы клуб-долгожитель. Это очень здорово. Ну и, как всегда, больше и больше оборотов. Очень круто. Вот. И сегодня, как и в любые года, в любые дни рождения, «Промзона» обязательно привозит с собой, как с собой, привозит сюда какую-нибудь шикарную или группу, или исполнителя. И сегодня, на самом деле, не исключение. Легендарный «Чайф» здесь у нас, это круто. «Промзона, с днем рождения!» «Промзона супер! Промзона рулит! 12 лет, это круто! И это не предел! Любим «Промзону!» «Ты видишь, мир, и что-то не вышло, глядя в свою телефонную книжку. А вот уже 100 лет не слышно, здесь ставим крест, он уже никогда не придет. Как полуденной пробки рассыпался бисер в картонной коробке. Она дарила нам свой пенький джем. Поздравляю «Промзону». Это самый крутой клуб в нашей стране. Самый сильный, самый мощный. И самый, потому что только они привозят там тех людей, которых я хочу увидеть. Только они. Все остальные привозят все говно. А только «Промзона» привозит тех, кого. Отдельное спасибо Вадиму Зарецкому. Здесь на «Чайфе» я в первый раз в Бишкеке. Для меня это, я знаю, я репетировала неделю, я слушала песни. Вот сейчас играет моя песня. «Промзону» с днем рождения я не пропускала никогда. То есть последние 5 лет мы здесь. И до этого, да, ну, «Промзону» с днем рождения. Здорово, вы молодцы. Спасибо, что вы нас радуете. Время не ждет, уставший из колен, Бишкек и чай, а другими не надо. Это просто потонет за ними вдоль, а зачем, никто не поймет. Голоса
днем рождения. И, ребята, меняйтесь, пожалуйста. У вас каждый день один и тот же контент. Я вам желаю нового контента, новых клиентов, и чтобы все у вас было круто. Праздник удался. Мы еще раз поздравляем клуб с днем рождения и желаем всех благ. А у нас пришло время для короткой рекламы на канале «Пятница 2.0». Вы не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Спасибо, что вы остаетесь с нами. А для тех, кто только присоединился к нам, хочу напомнить, что вы смотрите программу «Тусовка» на канале «Пятница 2.0». С нашей программой вы всегда будете в курсе всего самого интересного. Если вы пропустили нашу первую часть, то не переживайте, все сюжеты есть у нас на страничках в соцсетях. Заходите, комментируйте и ставьте лайки. А мы движемся дальше. И отправляемся на концерт группы Джая Миязаки, более известную любителям ночной жизни, как MC Енот и DJ Экстази. Давайте вместе узнаем, что же интересного они подготовили на этот раз. Покажи путь, ты дай мне огня. Сегодня будет абсолютный разрыв. Сегодня будет большой концерт Джая Миядзаки. Сегодня приглашенные гости из Казахстана. Мы будем абсолютно раскрывать границы. Все границы. Все границы музыки, все границы между народами. Будем качать, по-любому будем качать. Здесь Джая Миядзаки и ПБЛ-75, по-любому. Запустили такую идею, будет ряд туз, который будет называться «Туса без границ». То есть совместно с артистами из Кыргызстана и из ближнего зарубежья мы будем делать такие вечеринки. И это старт сегодняшний день, первая вечеринка. У нас сегодня гости из Казахстана, также местные ребята, ну и мы, конечно. Программа. Выступает группа ПБЛ-75, команда Mad Night, это DJ Hammer и MC Yolo. Я открою Инстаграм, лайкну все твои фотки и скрываю твоя пати песок. Так сильно только и когда ты на меня смотришь. Супер Инстаграм, чешская красотка. Сатака в тренде, девочка на мерси. Все пустые мы френди, городская леди. Ты не такая, как все, ты совсем другая. Мне нравится вектор, который они выбрали. У них это круто получается. И я уверен, что 500 человек в этом зале – это минимум того, что они могут. Твои пожелания им. Не останавливайтесь, пацаны. Делайте. Делайте это каждый день, каждую ночь. Одна любовь. Хип-хоп. Твой дом, мой дом. Бегом! Шикарно. А душу прям. Все, а скажи, а ты давно слушаешь группу Джая Миядзаки? Я прям их обожаю. Вот я и ради них пришла. А какая песня твоя любимая? Искра. Моей вселенной обнажая чувства, забираешь в плен. Я погружаюсь в глубину сознания, где переглядаются наши желания. Жизнь вне закона, притяжение, гравитация. Полночь, месяц, повод остаться. Шепот слов, звездный кровь, обиды прочь, лети до ночи. Помой меня, тянет и я. Унисон на закате дня. Твоя наша жизнь.
по-прежнему люблю. Мы же оба самые длинные. Скажи, а как давно ты слушаешь группу Джая Миядзаки? Вот если не соврать, наверное, года два. Но ребята молодцы. Даже если немножко пооткровенничать, мы с ними работаем даже. Вообще, ребята прям супер качают клубы на всю катушку. Это эгоист, это чистый кровать! Руки поднимай, свои руки поднимай! Поделись своими впечатлениями, как тебе концерт? Я их давно слушаю, они, блин, мои кумиры просто. Я очень люблю и просто я рада, что попала сюда. Просто чистый кайф. Как вы могли заметить, было очень весело, а нас ждет наша рубрика «Такое кино». И это своего рода телегид, кто планирует поход в кино, но не знает, какой фильм выбрать. Согласно моим наблюдениям, зрители телеканала «Пятница 2.0» чаще смотрят кино, чем остальные. А я в этом им буду помогать. И сегодня мы отправляемся на отечественную новую киноленту Бакыта Усманканова под названием «Ата». Настроение. Ну, неплохо, такое волнительное немножко. До этого снимали в основном комедии, и сейчас мы в своем творчестве хотели немножко повернуться на 180 градусов и снять что-то другое совсем. Потому что, ну, надо расти, надо пробовать, и в этот раз мы сняли социальную драму. Ну, я бы хотел заранее предупредить зрителей, социальная драма не значит, что вы сначала до конца там будете реветь. Нет, мы постарались сделать ее максимально универсальной. Во французском стиле, так скажем, да, чтобы можно было и посмеяться, и поплакать, и подумать, и поразмышлять, и вдохновиться, скажем так. Скажи мне, пожалуйста, про фильм. Какова твоя роль? Моя роль сына, который недооценивает своих родителей, не любит и не уважает. И он весь фильм, сам фильм на кыргызском, и он весь фильм разговаривает на русском и не понимает, как бы, что такое мама, папа. Мои родители, я вас очень сильно люблю, а все остальные родители, я вас тоже люблю. Үйбілі ең бауын ерсе ұшы үшін үйбілі жүрді тақтауыз. Все мы знаем, то, что создатели этого фильма на нашем рынке давно уже, и у них фильмы выстреливают очень хорошо. И всем нравится, так что я уверен, что этот фильм будет очень... Он понравится всем зрителям, я уверен. Балдарма, енесінде мейірімді бере алам бұл. Сен атас, аталық мейірімімді төк, атадай қан көр. Жақшы жұмыш тауылғы шақты айылды болып тұрам ба? Бізден еміне жардам керек болса, ұялбайлы айт. Рахмат, әскер. Жерменен бұл жақта да бір жылға қармалам ба дейм? Ата... Шарға бірігілік. Почему ты постоянно врешь? Бұл жашады, ең жақындарың, ең қымбаты. Үй білеуім, достарым тұрмайым. Съемочная группа довольно такой позитивная команда состоялась, как бы, да, и во всем была поддержка и понимание, и больше как бы доверие друг другу. То есть они доверились мне, и я доверялся им. Большинство как бы, они вели меня по, скажем так, перипетиям, то есть жизни, которая расписывалась в сценарии. Ну вот, и совместная работа как бы влилась в вот этот самый замечательный фильм.
где много слез и где много как бы юмора. Весь фильм проплакал. Так и получилось. Ну, драма и заключается в этом, чтобы мы как-то чувствами делились со зрителями. Ну, я думаю, когда мужчина плачет, это тоже красиво. Ваша жена рожает. Боже мой, сгенна хочет. Когда тебе рожай? Качан рожай? Без меня рожай! Мне очень понравился фильм, да, очень классный, интересный, и посмеялись, и поплакали, ну, жизненный фильм, мне понравилось. Очень такие большие впечатления. Я моментами смеялась, моментами плакала. Сейчас, как видите, зареванная. Не знаю, неизгладимые такие ощущения. Прям очень-очень-очень прям вау. Фильм вообще по 5-бальной, 10 баллов я могу дать. Бахыт Усмуканов просто браво. Я вообще считаю, что... подбор актеров, сценарий, идея, сами актеры как отыграли. Это просто на высшем уровне. Мне очень понравилось. 5 баллов. Прошлая неделя реально была насыщена на различные мероприятия. Что же нас ждет на этой неделе? Если вам действительно интересно и вы не знаете, чем занять свой досуг, то внимательно смотрите нашу рубрику «Афиша». 21 ноября в 19:00 галерея «Асамбай-центр» откроется исследовательская выставка «В поисках города» по итогам одноименной образовательной программы лаборатории СИ. 22 ноября в 15:00 в Малом зале Национальной филармонии состоится концерт симфонического оркестра музыкальной школы имени Абдраева с участием юных музыкантов и дирижера господина Кензи Хиротака из Японии. 22 ноября в 17:00 во Дворце спорта имени Коджимкула пройдет турнир. Юбилейный турнир W44 Global 10 «Воины шелкового пути», где выступят лучшие бойцы организации WEF Global. Состоится сразу 3 защиты пояса чемпионами организации, так что не пропустите это зрелище. 23 ноября в 18:00 Бишкекский городской драматический театр имени Умара Алиева представляет спектакль «Наваждение». Все люди, живущие на свете, когда-либо подвергались немыслимым искушениям. И это произведение из истории человечества и даже запечатлено во многих, нынче ставших классическими произведениями мировой литературы. Достаточно вспомнить доктора Фауста, героев Шекспира, Пушкина и других. А я вам хочу напомнить, что вы можете делиться с нами о предстоящих мероприятиях. И это сделать очень легко. Пишите на электронный адрес или на страничках в соцсетях. Или еще проще, звоните на номер, который вы видите у себя на экранах. Вместе мы сделаем любое мероприятие веселее. На сегодня у меня все, но на следующей неделе нас ждут не менее интересные и зажигательные вечеринки. Давайте встречаться с вами там. Вы не забывайте заходить к нам на странички в соцсети, ставить лайки и комментировать, ведь ваше мнение нам очень важно, ведь мы стараемся для вас. И это была программа «Тусовка», и мы благодарим за сотрудничество зал красоты Оксаны Ким. А мы прощаемся на сегодня с вами. Будьте с нами, смотрите нас, тусуйтесь вместе с нами. С вами была я, Айгерим Усмонова. Всем пока-пока. Увидимся ровно через неделю.